Время – лучший лекарь и главный наш враг. Женщины всегда стремились сразиться с ним за самое ценное – свою молодость. Наиболее отважным и мудрым из них открывалось новое знание – тайный код. Код молодости. Самые лучшие специалисты страны поделились особыми знаниями о молодости с той стороны, с которой вы на нее никогда не смотрели. Например, о том, как, где и с кем нужно спать, чтобы каждая драгоценная минута сна продлевала нашу жизнь, нам рассказал руководитель сомнологического центра Минздрава России. О том, как иная сторона жизни за пологом спальни способна повлиять на юность тела и души, поведал один из самых авторитетных российских сексологов. Дальше больше. Оказывается, наш внешний возраст напрямую зависит от тонуса мышц. И в первую очередь тех, которые невозможно прокачать в обычном тренажерном зале. А также, существуют ли продукты, продлевающие жизнь? Какой напиток можно смело назвать эликсиром молодости? Тайные знаки кода молодости становятся явными в программе FAM-TV этой весной.